Здравствуйте, дорогие зрители! С вами на связи телеклуб Оксаны Гетман, и мы продолжаем говорить о пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ. И как всегда, прошу написать, какая холостячка вам нравится больше всего. В последнем выпуске поднялась тема жертвенной любви. Ведь на диванчике поднялась Лиза, которая даже на свидании с Мишей говорила, что она мужчине отдаст лучшее яблочко. Гнилое заберет себе, а лучшее отдаст любимому. В пост-шоу она рассказала душещипательную историю о том, как ее обманул бывший любимый. Не просто обокрал, мимолетный прохожий, как это бывает. Это был не простой брачный аферист, который развел наивную девочку. Это был мужчина, который встречался с ней 5 лет. Вы представляете себе, 5 лет жить с женщиной и ее обманывать? Это какой скотиной надо быть? Это не Альфонс, это Альфонсище. И правильно ей помогали эксперты, настаивали на том, чтобы она написала заявление в милицию. Бывают же такие сволочи. А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего.